Среди них дружественные нам страны. На самом деле этот список никоим образом не изменился от предыдущих подобного рода резолюций. Мне кажется, цифра 141 «за» уже встречалась на протяжении прошлого года, когда Генеральная Ассамблея, резолюции которой не носит обязывающий характер, принимала подобные документы. И вот для того, чтобы обеспечить численное большинство, мы знаем, коллективный Запад существенно смягчал положение этой резолюции. Изначально она была более жесткой, она осталась, безусловно, антироссийской. И вы абсолютно правы, когда говорите, что те страны, которые проголосовали «за», это страны, которые не видят для себя возможности как-то противостоять диктату и гегемонии со стороны Соединенных Штатов. Это страны, которые либо включены в коллективный Запад, либо ориентируются на коллективный Запад, либо вынуждены подчиняться коллективному Западу, как, например, Сербия, на которую оказывается, и здесь ее винить сложно, на нее оказывается чрезвычайно огромное давление, и она вынуждена балансировать, она вынуждена вот по второстепенным вопросам вроде как делать жесты в сторону Запада, но в то же самое время, например, не вводить санкции против России, не присоединяться к общей политике Европейского Союза в отношении России, чего от нее настойчиво требуют. Но самое главное действительно это то, что большинство человечества не по количеству стран, а по количеству населения, проживающего в этих странах, воздержались. И список воздержавшихся действительно внушителен. Это самые главные лидеры стран Востока и Юга, стран мирового большинства. Это страны БРИКС, это Китай и Индия прежде всего. И еще раз подчеркну, вот принятие этой резолюции показывает, что все, Запад исчерпал пределы наращивания своего влияния за пределами коллективного Запада. Никого больше в антироссийскую коалицию Запад загнать не может, потому что картина не изменилась вообще с принятия аналогичных резолюций Генеральной Ассамблеи в прошлом году. Смотрите, Дмитрий Вячеславович, вот хочу вас попросить отдельно прокомментировать тот факт, что воздержался Китай. Эта страна, мы сегодня еще будем об этом говорить, сейчас в последние дни активирует российско-китайские отношения, по крайней мере, выказывает значительно большие такие эмоции, большую энергию для их укрепления, хотя они и так достаточно прочны, но голосует, воздерживается, вот так скажем. Это тоже, в общем-то, голосование не за, вернее, не против. Ну, смотрите, во-первых, Китай сегодня представил план по урегулированию украинского конфликта. Я думаю, что стоит о нем поговорить. Обязательно, да, это отдельная тема подробно. У нас. Да, отлично. Значит, почему Китай воздержался? Да, Китай официально позиционирует себя как нейтральная страна применительно к украинскому конфликту. Но при этом фактически она оказывает России достаточно существенную поддержку нелетального характера. Она не поставляет Россию вооружение, но на политико-дипломатическом уровне Китай говорит, что он понимает мотивы российской стороны. Китай официально заявляет о том, что именно Запад, политика расширения НАТО, отказ учитывать российские интересы безопасности и так далее, и так далее. Военное освоение территории Украины, ее милитаризация привели к этому конфликту, да, стали причиной этого конфликта. И Китай заявляет о том, что поставки вооружений на Украину затягивают этот конфликт. То есть фактически Китай здесь действует в унисон с Россией. Но в то же самое время для китайской дипломатии, для китайской внешней политики, во-первых, чрезвычайно важен принцип территориальной целостности. Он для него носит сакральный характер, и мы знаем почему. Потому что Тайвань, да, потому что китайская территориальная целостность еще не восстановлена в полном объеме. И действительно, вот когда стоит выбор между правом нации на самоопределение и территориальной целостностью, Китай всегда, и здесь опять-таки вот, невозможно его в этом винить, отдает предпочтение принципу территориальной целостности. И второе. Китай стремится все же,
ну, скажем так, снизить темпы усиления конфронтации со стороны Соединенных Штатов в отношении самого себя. Да, Китай сохраняет очень масштабную торгово-экономическую взаимозависимость с Соединенными Штатами. Китай постоянно подчеркивает, что он сам не является инициатором конфронтации, а конфронтацию навязывают Соединенные Штаты. И Китай в этой связи не хочет, чтобы его рассматривали в качестве однозначного союзника России, применительно к украинскому конфликту. Если Китай проголосовал бы «за», то значит, он бы стал однозначно на стороне России и подвергся бы гораздо большим санкциям, гораздо большему давлению и более быстрому наращиванию давления со стороны Соединенных Штатов, что не в интересах Китая. Китай хочет позиционировать себя как дружественная, партнерская России, но нейтрально стоящее в данном случае государство. Поэтому вот то, что Китай проголосовал так, как он проголосовал, и также, кстати, Китай голосовал и все предыдущие разы, начиная еще с февраля-марта прошлого года, на Генеральной Ассамблее, это абсолютно нормально. Главное, что Китай не поддерживает Запад, и Китай говорит о том, что он полностью понимает, разделяет, так сказать, те факторы, которые привели к началу этого конфликта, и критикует Китай Запад, а не Россию. Именно вот поставки вооружения, то, что срываются по вине Запада мирные переговоры и так далее и тому подобное. Здесь хочется еще отметить позицию Белоруссии. В данном случае союзники повели себя как настоящие союзники. В ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, но Минск это предложил. А что? Изъятие из документа положения, в котором ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Минск предложил внести в резолюцию запрет на поставки оружия Киеву. Вы согласны с тем, что это немало? Да, это отвергли, но это прозвучало? Абсолютно, конечно. Здесь белорусская дипломатия действительно сыграла чрезвычайно важную конструктивную роль. Эти поправки, которые Минск предложил, они были всецело поддержаны российской стороной. Об этом говорил Василий Небензя, постпред России в Организации Объединенных Наций. Он призывал... Дмитрий Вячеславович, мы вас... Поправки. Я здесь, да? Да, продолжайте. Я вас прекрасно слышу. Да, я говорил о том, что Василий Небензя предлагал поддержать белорусские поправки. Они абсолютно правильные. И Белоруссия действительно продемонстрировала себя полноценным союзником России. Ну и на самом деле общий конфликт и то, что произошло с 24 февраля прошлого года, вот ровно этот год, показал, что вот именно 100% настоящих союзников у России на постсоветском пространстве только один. Это, собственно, Белоруссия. Понятно. Ну и в целом, каково практическое значение принятой антироссийской резолюции на Генассамблее ООН? Именно практическое. На что-то повлияет? Практических значений мало. Да, и эта резолюция позволяет на самом деле и Западу, и России говорить о своем собственном успехе. Резолюция не является обязывающей, поскольку она, это резолюция Генеральной Ассамблеи, а не Совета Безопасности. Единственный орган ООН, который принимает юридически обязывающие решения, это Совет Безопасности. Значит, а тот расклад, который показал результат голосования, позволяет Западу говорить об успехе, потому что за ним численное большинство, 141 страна. А России позволяет говорить об успехе, потому что ключевые страны не западного мира воздержались. И Китай, Индия действительно вот в числе тех 32 стран, которые воздержались, соответственно, страны, которые представляют большинство человечества по количеству населения и оказывают все более большее влияние на международные процессы, поэтому это, безусловно, успех.
Давайте перейдем к сегодняшней очень важной теме. Мы уже немножко ее упомянули. МИД Китая опубликовал заявление с позицией по политическому урегулированию украинского кризиса. Обещали они это сделать. Вот бумага такая вышла. Там 12 пунктов. Ну, там очень подробно все расписано. Вот так вот выжимку такую делаю. Что там, о чем там говорится? Там подчеркивается необходимость уважения суверенитета, отказа от применения двойных стандартов. Вот важные все вещи, да? Что еще? Безопасность не может обеспечиваться за счет усиления и расширения военных блоков, о чем мы говорили много-много раз, Россия. Прекратить боевые действия, предложил Пекин сразу вот, и возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом и предоставить платформу для этого диалога. Что еще из важного? Пекин не согласен со злоупотреблениями, односторонними санкциями в контексте украинского конфликта. Все остальное – это тоже справедливые, хорошие вещи по поводу того, что нужно помочь в послевоенном восстановлении, что все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю. Но все-таки вот политически главное – это то, что я сказала. Как вы это оцениваете? И насколько далеко зашел Китай в своем желании попробовать урегулировать конфликт? Ну, мне кажется, эта китайская инициатива, она крайне важна. Во-первых, в целом она идет в русле эволюции китайской внешней политики. Китай уже превратился в полномасштабную великую державу. Китай уже не следует заветам Дэн Сяопина о том, чтобы играть очень пассивную роль, скрывать свою силу и вообще воздерживаться от какого-то активного и инициативного участия в международных отношениях. Китай, адаптируясь к роли великой державы, начинает занимать более громкую, ясную, инициативную позицию по ключевым вопросам мировой повестки. В данном случае и по украинскому конфликту, и поскольку Китай остается ближайшим и самым главным партнером России за пределами постсоветского пространства, это безусловно хорошо. Да, это безусловно хорошо, потому что это ослабляет в еще большей степени влияние коллективного Запада в мире, ослабляет повестку, которую продвигает коллективный Запад, и, собственно, говорит о том, что в мире, что мир больше Запада, и что в мире есть и другие, и чрезвычайно влиятельные точки зрения, поэтому, на самом деле, очень правильно и хорошо, что Китай выступил с подобной инициативой. Это первое. Второе, инициатива действительно весьма благоприятна, я бы сказал, с точки зрения интересов России. Потому что в ней говорится о необходимости отказаться от менталитета холодной войны, о необходимости отказаться от расширения военных блоков, да, имеется в виду расширение НАТО, и попыток решить и укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Это же ровно то, о чем постоянно говорила Россия. Это абсолютно созвучно с теми требованиями гарантий безопасности, которые Россия предложила Западу еще в конце 2021 года. И это говорит о том, что Запад виновной стороной за украинский конфликт считает именно Запад. Да, многие другие положения, вот положение этой китайской инициативы также абсолютно благоприятное российским интересам: отказ от односторонних санкций, восстановление цепочек добавленной стоимости, да, и так далее и тому подобное. Поэтому вот действительно эта инициатива, она отражает понимание Китая, что за конфликт, в начале конфликта ответственность несет Запад за то, что этот конфликт начался, да, потому что Россия была вынуждена начать боевые действия, реагируя на то усугубление своей собственной безопасности, которое было создано Западом. Во-вторых, Китай считает виновным Запад за затягивание украинского конфликта, проблема поставок вооружений, Китай призывает отказаться от поставок вооружений. Третий, я уже сказал по поводу санкций. Да, поэтому вот действительно эта инициатива очень важна. И важность этой инициативы, помимо того, что она отражает роль Китая как великой державы и одного из главных лидеров
мирового большинства, то есть не Запада, эта инициатива, она размывает вот эту вот пресловутый мирный план Зеленского из 10 пунктов, которые поддерживаются Западом. Запад заинтересован в том, чтобы продвигать вот эту вот программу Зеленского, которая на самом деле написана в Вашингтоне. А сейчас появился другой план, появился альтернативный план, который говорит о том, что на самом деле большинство человечества не с Западом и не с Зеленским. И что вот есть совершенно другие точки зрения, которые призывают Запад сделать гораздо больше, да, и в первую очередь сделать Запад, что Запад должен предпринять определенные шаги для прекращения и урегулирования данного конфликта и существенным образом изменить свою политику. Вы уже сказали, что вот эти вот китайские 12 пунктов программы, они противоречат плану Зеленского и той самой украинской антироссийской резолюции, представленной на Генассамблее ООН. Это прекрасно. Вот можно ли назвать эти противоречия шансом для тех стран, кто хотел бы, но не может вырваться из американских объятий? Вот тут откровенно намекаю на страны Евросоюза. Возможно ли это? Ну, мне кажется, что страны Евросоюза вряд ли вырвутся из американских объятий в обозримой перспективе, по крайней мере, не с нынешними элитами европейских стран. Понимаете, когда министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок говорит о том, что интересы Германии в отношении Китая должны определяться соображениями прав человека, а не экономической выгоды, ну, это говорит само за себя, да, это элиты, которые ориентируются на Соединенные Штаты в гораздо большей степени, чем иногда сами Соединенные Штаты. Да? Поэтому Европейский Союз, страны Европейского Союза, к сожалению, будут находиться прочно в американской внешнеполитической орбите в кратко и, может быть, даже среднесрочной перспективе, до тех пор, пока под воздействием объективных внутренних процессов в результате деиндустриализации, в результате падения уровня жизни, там не произойдет смены элит и политического класса. А вот для стран мирового большинства эта китайская инициатива чрезвычайно важна, потому что многие страны Востока и Юга испытывают очень серьезное раздражение от Соединенных Штатов и их подхода, в том числе к украинскому конфликту, от того, что Соединенные Штаты с помощью шантажа, давления, угрозы вторичных санкций и вообще в принципе угроз выкручивают руки, заставляют другие страны осуждать Россию, да, дистанцироваться от нее, отказываться от каких-то проектов сотрудничества, что, кстати говоря, не получается, потому что мы видим, что динамика торгово-экономических отношений со странами не Запада не то что положительная, а увеличивается в геометрической прогрессии. И вот для этих стран мирового большинства то, что Китай выступил с такой инициативой, да, с иной точкой зрения, представил вот действительно прекрасный образец подхода незападной страны к урегулированию украинского конфликта. Великой державы, но при этом не западной великой державы. Это чрезвычайно важно. И такие страны, как страны Африки, страны Латинской Америки, страны Ближнего Востока будут в большей степени, мне кажется, ориентироваться на эту китайскую точку зрения, нежели чем на план Зеленского и точку зрения Запада, которую сам Запад хотел бы представить в качестве глобальной. Да, но глобальной эта точка зрения не является ни в коем случае.
Есть американская реакция, немного, но есть. США выступают против того, чтобы китайский план и другие подобные инициативы предусматривали циничное прекращение огня, это цитата, поскольку это пошло бы только на пользу России. Вашингтон, да, желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня. Это заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Как вы считаете, что это все означает? Чего они ждут? Да, от Виктории Нуланд сложно ждать чего-то подобного. Да. Виктория Нуланд является одним из наиболее убежденных в администрации Байдена сторонников продолжения войны до последнего украинца за поражение России. Да, и здесь нужно абсолютно четко понимать, что Виктория Нуланд, вот и та фракция, которую она представляет, надо сказать, что она не является единственной, но она во многом задает тон внутри Соединенных Штатов и администрации Байдена в частности. Им плевать на жизни украинцев и их благополучие, им не нужен мир. Они заинтересованы в том, чтобы максимально ослаблять Россию, пытаться нанести России стратегическое поражение. И поэтому они всячески выступают за наращивание поставок вооружений киевскому режиму и против каких-либо инициатив, которые бы выступали за мир до того, как Россия потерпит это стратегическое поражение. На самом деле, вот то, что Виктория Нуланд столь откровенно выступает за подобную античеловеческую позицию, и выступает против, вот как вы процитировали, циничного прекращения огня. Замечательно, да? То есть она выступает за продолжение огня, за продолжение войны и так далее. Ну вот это показывает просто всему остальному человечеству, кто есть кто и кто за что выступает. Да? Кто действительно за мир, за то, чтобы немедленно прекратить огонь и отказываться от блоковой конфронтации и от санкций, а кто за войну и за продолжение политики, целью которой, еще раз подчеркиваю, является не защита Украины и обеспечение ее безопасности и территориальной целостности, а поражение России. Да, мир видит это, большой мир, я имею в виду не западный мир, видит это все более явственно. И когда конфликт действительно преподносится и рассматривается как война Запада против России, не защита Западом Украины, а война Запада против России с целью нанести России поражение и тем самым укрепить и восстановить западную гегемонию, понятное дело, что большинство человечества это поддержать не может. Дмитрий Вячеславович, вот послание президента Федеральному собранию. Это одно из важнейших событий уходящей недели. Объявление о решении приостановить участие России в договоре об СНВ – это, наверное, главное международное заявление, заявление по международной политике России. Прошло несколько дней. Вот эмоции улеглись, вперед выдвинулись более продуманные заявления и реакции, я имею в виду западного мира. Вот сейчас хотелось бы немножко более развернутого комментария, как это восприняли на Западе, какие детали вы усмотрели вот за эти несколько дней в высказываниях официальных и неофициальных. То, что Байден это назвал ошибкой, то, что Нед Прайс сказал, что да, это все очень плохо, безответственно, но мы как бы готовы договариваться и переговаривать, все это понятно. Поглубже, вот с точки зрения политологии. Какой эффект возымело заявление Путина? Ну, пока Запад делает все, действительно, для того, чтобы ослабить значимость данного решения и создать впечатление, что ничего страшного не произошло. Действительно, вы правы, западная риторика скорректировалась, первоначальные оценки вносили эмоциональный характер. Говорили о том, что это безответственно, что это ошибка и так далее. А сейчас говорят, ну а мы вот по-прежнему не видим угрозы ядерной войны, по-прежнему будем следовать лимитам, предусмотренным договором СНВ-3, да, не видим причин для гонки ядерных вооружений и так далее. Почему делаются подобные заявления? Потому что Запад не хочет на самом деле признавать,
что его политика в отношении России и украинского конфликта в частности усиливает риски ядерной войны. И отказываться от этой политики Запад, безусловно, не хочет. На самом деле решение приостановить выполнение ДСНВ чрезвычайно важное и необходимое. И стабилизирующее. Почему? Потому что на сегодняшний день главную угрозу ядерной войны представляет именно политика Запада на Украине. Да, вот мы совершаем иногда большую ошибку, когда мы ставим знак равенства между наличием договоров об ограничении вооружений и о сокращении вооружений и стратегической стабильностью. Да, и вот когда мы считаем, что стратегическая стабильность – это договор СНВ-3, а то, что Соединенные Штаты делают на Украине, не имеет к вопросам стратегической стабильности прямого отношения. Это фундаментальная ошибка. Потому что главной угрозой стратегической стабильности является именно политика Соединенных Штатов на Украине. Потому что эта политика создает риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО. А если это прямое военное столкновение все же произойдет, то избежать применения ядерного оружия, в том числе большой ядерной войны, будет практически невозможно. А все-таки стратегическая стабильность – это такая ситуация в отношениях между ядерными странами, которая свидетельствует об отсутствии или крайне низких рисках ядерной войны. Сегодня эти риски высоки, к сожалению, они высоки именно в результате политики Соединенных Штатов на Украине. И в этой связи, безусловно, России необходимо было послать сигнал о том, что эта западная политика оказывает дестабилизирующий характер. Более того, если бы мы продолжили, как ни в чем не бывало, выполнять ДСНВ, проводить инспекции там и так далее, то мы бы легитимизировали эту самую политику Соединенных Штатов и их сателлитов на Украине. Мы бы создавали ложное впечатление, что на глобальном уровне все в порядке, что никакой угрозы ядерной войны нет. Да, что то, что делает Запад на Украине, не имеет никакого отношения к вопросам стратегической стабильности, мы бы придавали американской политике на Украине характер нормальности и иллюзию безопасности. Это ровно то, чего они и добиваются. Прекратив выполнять ДСНВ, мы порушили эту ситуацию. Мы действительно стали представлять их политику на Украине как угрозу и главный вызов стратегической стабильности. Запад не заинтересован в том, чтобы признавать эту связь. Запад как раз выступает за то, что стратегическая стабильность – это одно, а его политика на Украине – это абсолютно другое, и это две как бы параллельные, не пересекающиеся плоскости. Да, поэтому Запад во многом вот сейчас пытается ослабить значимость российского решения и создать впечатление, что по-прежнему все в порядке, потому что Запад заинтересован в том, чтобы вот продолжать продвигать этот миф, да, что его политика на Украине, его фактическое участие в войне против России – не создает рисков ядерной войны и не создает рисков для стратегической стабильности. На самом деле именно это и создает такие риски. Еще одна тема недели, да и, собственно, уже даже не недели, а гораздо большего периода. Расследование американского журналиста Сеймора Хёрша. Он, взорвав вот какое-то количество дней назад информационную бомбу, успокаиваться, похоже, не собирается. Вышло его новое интервью в эфире RT. Он вновь и в новых деталях утверждает, что администрация Байдена объяснила подрывы северных потоков необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО. Еще Сеймор Хёрш сказал, что
президент Байден разрушил планы команды, занимавшейся разработкой подрыва северных потоков, когда взял и публично заявил, что знает, как остановить работу трубопроводов. Вот это все рассказывает Хёрш, там много других деталей. Он про Эдварда Сноудена вспоминает, как о единственном человеке в американском агентстве нацбезопасности, который открыто высказывался о нарушениях прав, правил свободы слова и так далее. В целом, Дмитрий Вячеславович, как вы оцениваете эту линию? Смотрите, Сеймур Хёрш, что бы ни говорили о нем в Америке, он на свободе, и он свободно излагает свою точку зрения. Не только американским СМИ, он и в Европе интервью раздает, и российским СМИ, и так далее. Как это будет развиваться, и как это влияет на положение Байдена, и, возьму шире, на ход предвыборной кампании в Америке президентской? Ну, во-первых, мне кажется, стратегически это расследование наносит очень серьезный удар с отложенным, правда, эффектом по американо-германским и трансатлантическим отношениям в целом. Потому что расследование Хёрша доказывает, что Соединенные Штаты рассматривают Европу в качестве расходного материала, что им плевать на экономическое развитие Европы, на благополучие европейских стран и граждан Европейского Союза. Главное, чтобы европейцы ни в коем случае не проявляли какую-либо самостоятельность и всецело следовали бы указаниям Соединенных Штатов и в рамках, вот в фарватере американской внешней политики. И действительно, подрыв северных потоков был нацелен на то, чтобы не оставить Германии какого-либо выбора. Да, с точки зрения администрации Байдена, как достаточно справедливо утверждает Хёрш, если бы северные потоки остались, то у Германии всегда была бы гипотетическая возможность альтернативной политики. Да, Германия сегодня в большей степени, чем другие страны Европейского Союза, страдает от деиндустриализации. Многие предприятия просто бегут из Германии в другие страны, в том числе в Соединенные Штаты. И в Германии усиливалось бы давление в сторону нормализации энергетических отношений с Россией, и это приводило бы к необходимости изменения немецкой внешней политики в целом, и касательно санкций, и касательно украинского конфликта. И, наверное, Германия бы гораздо более жестко выступала по вопросам негативно, я имею в виду, по вопросам поставок вооружений на Украину, никаких леопардов бы не поставила Германия и так далее и тому подобное. А взрыв северных потоков лишил Германии этой альтернативы, потому что восстановление энергетического взаимодействия с Россией на сегодняшний день действительно невозможно. Да, и тем самым Соединенные Штаты просто вот действительно взорвали экономическую конкурентоспособность Германии, стали действовать против, да, напрямую против интересов их союзников. Нынешние власти Германии не в состоянии выступить как-то действительно против Соединенных Штатов, не в состоянии даже дать принципиальную оценку тому, что произошло, по крайней мере, на публичном уровне. Но прошу прощения, перебью вот сразу, других, да. Дмитрий Вячеславович, вы говорите о Германии, вот сразу здесь спрошу, вот всех экспертов спрашиваю, потому что, признаюсь, просто поверить не могу. Хёрш предполагает, что Шольц знал о подготовке взрывов на северных потоках. Он не утверждает, он предполагает. Многие ваши коллеги, эксперты-политологи говорят, да, это очень-очень вероятно. Вы как считаете? Я не берусь здесь судить, но, вы знаете, я не думаю, на самом деле, что Соединенные Штаты поставили в известность Олафа Шольца, потому что это не в практике и не в духе американской дипломатии. Если бы они уведомили заранее Олафа Шольца, они бы тем самым продемонстрировали ему большее уважение. Обычно Соединенные Штаты просто ставят своих союзников перед фактом, перед свершившимся фактом. Да? И, ну, вспомните, так было по Афганистану, да, когда европейские союзники просили администрацию Байдена повременить с выводом американских войск из Афганистана. Соединенные Штаты плевать хотели на интересы европейских союзников и просто ушли. Да? И потом мы помним, что дальше происходило в Афганистане.
Мне кажется, что и по Северным потокам тоже Соединенные Штаты взаимодействовали с Норвегией, которая не является членом Европейского Союза, как утверждает как раз расследование Кёрша, и не поставили в известность правительство Германии, потому что, ну а зачем? Да? Это вот действительно Соединенные Штаты принимают решение самостоятельно, без каких-либо серьезных консультаций с теми странами, которые они рассматривают своими сателлитами. Да? В дальнейшем, ну, они исходили из того, что у Шольца просто не будет никакого выбора другого, кроме как умыться, проглотить, так сказать, вот это вот очевидное оскорбление и дальше действовать, как ни в чем не бывало, что собственно, пока и происходит в трансатлантических отношениях. Но стратегически это, безусловно, удар по трансатлантическим отношениям. И, кроме того, вот то, что Соединенные Штаты действуют как террорист, это, мне кажется, станет важной одной из тем предвыборной кампании Соединенных Штатов. Не самой важной, безусловно. Мне кажется, что внутриполитическая проблематика, ситуация на американо-мексиканской границе, отношения с Китаем станут более важными вопросами, по которым республиканцы будут критиковать администрацию Байдена. Кстати, в том, что касается уничтожения Северного потока, здесь в Соединенных Штатах существует двухпартийный консенсус, и республиканцы тоже выступали против Северного потока, но вот то, что Соединенные Штаты повели себя как террорист, стали прибегать к откровенно террористической практике, это, конечно же, наносит ущерб репутации Соединенных Штатов, и это может быть элементом предвыборной борьбы. Дмитрий Вячеславович, очень коротко, осталось буквально 40 секунд. Вы ожидаете продолжения расследования взрывов на российских трубопроводах или тему заболтают? Соединенные Штаты сделают все для того, чтобы эту тему заболтать. Я не ожидаю официального расследования со стороны Германии, Дании и других стран Европейского Союза. Им просто запрещают делать, поэтому они будут делать все для того, чтобы постепенно спускать эту тему на тормозах. И здорово, что есть независимые расследователи, которые все же проливают свет на то, что действительно там произошло. Спасибо вам большое за комментарий, за этот разговор. С нами на прямой связи был замдиректора Совета по внешней оборонной политике, замдиректора Центра комплексных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.